Спасибо, спасибо. Спасибо. Телефон в квартире почетного гражданина города Юрия Денисова не замолкает с 7 часов утра. В свой юбилей он принимает поздравления от родных, друзей и коллег-заводчан. Градообразующему предприятию Юрий Викторович отдал 50 лет жизни. Работать на завод пришел в 18 лет учеником токаря. Связать свою жизнь с технической специальностью он решил еще в школе. Началось политехническое образование. То есть в школе ввели машиноведение, обязательно машиноведение. Машиноведение было целый день в неделю. А летом месяц – это 8-9 класс. Месяц на отработку мастерских. Юрий Денисов прошел долгий путь от ученика до главного инженера. Видел все стадии производственного процесса. Высокий пост – это огромная ответственность. Нужно везде успевать, быть в курсе всего и быстро принимать верные решения. Главному инженеру сложнее – переделам, которые есть на заводе, сложнее гораздо, чем какому-то одному технологу в определенном направлении. То есть он знает все равно больше, умеет больше, знает как. В 1975 году сотрудникам Пензенского приборостроительного завода было дано задание запустить серийное производство элементов ядерных боеприпасов с разделяющимися головными частями. На тот момент справиться с этой задачей не удалось ни одному предприятию ядерно-оружейного комплекса страны. Многие технологические процессы Юрий Викторович разработал и внедрил лично. Технология изготовления у разработчика, у серийщика – это как небо от земли. Потому что там нужно сделать, допустим, 10-15 штук для того, чтобы испытать в целом изделие. А тут нужно делать сотнями в месяц. Наш завод задание выполнил. Благодаря этому удалось достичь военного паритета с Соединенными Штатами Америки. И это только одна из заслуг Юрия Денисова. В 2007 году ему было присвоено звание почетного гражданина Заречного. И в день своего юбилея Юрий Викторович принимал поздравления от мэра города и почетных граждан. Не знаю ни одного из заводчанина, который бы не относился с особым трепетом к вам, к вашей деятельности на заводе, потому что, наверное, одни из тех людей, которых создавал история завода, и создавал завод, которым мы все так гордимся. Юрий Денисов и сейчас внимательно следит за жизнью родного предприятия и, если понадобится, всегда готов дать консультацию или помочь советом. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».